Здравствуйте, друзья мои! С вами Садриддин. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как продвигать свой бренд. Для чего нам нужно продвигать свой бренд? Вообще, чтобы человек был успешным, он должен быть хорошо узнаваемым. Везде, где бы ни был, с кем бы ни встречался, он должен быть, в каких кругах бы ни был, он должен быть легко узнаваемым. Тогда он будет успешным. А как человек становится узнаваемым? Успешность, узнаваемость появляется у тех людей, у кого много полезности. Если человек полезен окружающим, то он нужен им. И такой человек всегда, как говорится, находится в центре внимания. Вот почему каждый человек, если он уж начал заниматься каким-то новым бизнесом, ну почему я говорю новым? Ну в жизни каждый чем-то занимался. Были успехи, было много в жизни хорошего, но жизнь-то идет, она меняется. И те люди, особенно вот люди старшего возраста, допустим, вот примерно моего возраста, люди и старше, которые в настоящее время сейчас на пенсии, кем бы они там ни были раньше, сегодня они не удел, многие. И от них теперь полезности мало очень. Если они не взялись за что-то новое, стали его осваивать и стали экспертами над этим делом, которым они занимаются, тогда у них, конечно, успех пришел опять, и он продолжается. Но большинство людей, к сожалению, как раз они-то и что? Отошли от дел, не знаю, чем заниматься, но пытаются, конечно, чем-то себя занять, что-то из жизни брать полезное. И поэтому очень много сейчас людей пожилого возраста, которые сидят за компьютерами, познают премудрости интернета, инфобизнеса и пытаются зарабатывать путем открытие своего дела в интернете или, допустим, заняться сетевым бизнесом, войти в какую-то компанию и продвигать ту продукцию, которую предлагает компания. Но, опять же, вот здесь вот у многих не получается, потому что этих людей еще мало кто знает. И то, что если они обращаются кому-то со своим предложением, то те люди, которые его плохо знают, они за ним не следуют. А, к сожалению, многие, если какой-то нашли хороший бизнес, то пытаются сразу его при первой же встрече предложить. Или даже не при встрече, а вот так вот рассылку рассылают, что вот хорошая компания, туда-сюда, подписывайтесь, получаете, успеете запрыгнуть в этот уходящий поезд и прочее такое. Но это, на это люди не ведутся. А люди и следуют за теми, кого уже более-менее знают, много раз встречали в интернете, за ним следили и видят, что он растет как в бизнесе, так и он больше становится узнаваемым, от него исходит много полезности, предложений, хороших мыслей и прочее такое. Вот почему нужно продвигать свой бренд. Как этого добиться? Хороший вопрос. Чтобы стать в сети узнаваемым, в сети интернет, чтобы стать хорошо узнаваемым, надо много выкладывать полезного материала.
Ну, скажете, а где я возьму полезный материал? Он в вас, друг мой. Вся полезность сидит в вас. Это то, что вы когда-то умели хорошо делать или сейчас делаете хорошо. Не имеет значения тебе, что это. Надо его хорошо рассказать людям, записать на видео и красиво оформить и выложить в видео, в виде видеоролика, в виде видеоурока, в интернет, в социальные сети, в YouTube, в Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники, и там LinkedIn и другие социальные сети. Ну, в тех, в которых вы находитесь. И когда вы раз за разом выкладываете интересные материалы, не просто интересные, а чтобы там была полезность какая-то для того, кто смотрит этот видеоролик, он для себя что-то полезное извлекает, тогда он будет ждать вашего выхода следующего видео обязательно. И вот так вы постепенно набираете себе, как говорится, если у вас есть видеоканал в YouTube или в Фейсбуке, там набирайте себе подписчиков. Когда чем больше у вас подписчиков, тем больше шансов, как говорится, продвинуть свое предложение. Вот так надо заниматься, друзья мои. Для этого пытайтесь больше записывать видеороликов. Конечно, у вас не будет сразу все хорошо получаться. Но надо тренироваться. Есть у вас смартфон, есть дома компьютер. Вот так вот включайте. Я вот сейчас я включил, сижу сейчас в ожидании выхода внуков со школы. И чтобы не проходило мне зря время, я вот сейчас записываю на свой iPhone. Записываю вот этот видеоролик. И я его выложу, и вы будете его слушать. И, возможно, что-то для вас будет в нем полезное. Вот так вот вы тоже пытаетесь постоянно записывать свои мысли, свои там наблюдения снимаете и выкладываете. С каждым разом, чем больше вы проводите такие видеозаписи, с каждым разом у вас будет получаться все лучше, лучше и лучше. И вы станете мастером, видеоблогером, как говорится. Как станете вы хорошим видеоблогером, у вас будет много подписчиков, много будет людей, которые смотрят ваши видеоролики. И вот тогда, если вы что-то предложите, до этого сколько вы полезности выложили, и когда вы предложите какое-то коммерческое предложение, то люди пойдут за вами. Многие пойдут за вами. И ваш бизнес будет расти. На этом я пока заканчиваю, друзья мои. Если вам мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще много-много интересного. Я буду учить вас, как записывать видео не только со смартфона, как делать видеомонтаж с помощью бесплатных ресурсов. Программки есть, хорошие бесплатные программки, с которыми можно записывать видео, с которыми можно монтаж делать, и в которых можно накладывать музыку сверху, накладывать звук, если где-то что-то вы не так сказали, это место там звук убрать и наложить на это место новый звук, ну и другие разные премудрости. Я буду вам все это учить, рассказывать. Так что, как я сказал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я пока с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Садриддин.